Европейское сообщество начало готовить планы эмбарго на российскую нефть. На прошлой неделе был принят запрет на российский уголь, его покупают в Европе не так уж много, но все-таки на 3 миллиарда долларов в год. Согласно решению Европы, в течение 4 месяцев страны ЕС постепенно откажутся от закупок российского угля. А теперь похожие санкции готовятся и в отношении нефти. И считают, что европейские страны вполне могут за них проголосовать единогласно, если Франция, правда, не помешает. Голосование по эмбарго на нефть поставят на время после выборов во Франции в конце апреля. Во втором туре французских выборов противостоит нынешний президент Макрон и лидер правых Марин Ле Пен. Перед голосованием не хотят оказывать влияние на настроение французских избирателей. Если во Франции к власти придет правый блок, то Ле Пен может выступить против санкций. Ле Пен уже заявляла, что осуждает войну в Украине, но выступает против энергетических санкций, поскольку они для Европы являются слишком дорогими. Ле Пен также обещает снизить роль Франции в НАТО и даже выйти из ее военной организации. В то же время при оппозиции даже Парижа санкции на нефть могут быть приняты и на основе индивидуальных решений других европейских стран. Конечно, больше всего Европа зависит от России в области природного газа. Это главный вид российского экспорта, который приносит каждую неделю миллиарды долларов, в том числе и на войну в Украине. Но зависимость Европы от газа настолько велика, что пока до угля и нефти вопрос о блокировании российских продаж газа не поднимается. Хотя такая стратегическая долгосрочная цель многими европейскими странами уже ставится. Госсекретарь США Блинкен заявил своим европейским коллегам, что, по мнению США, война России против Украины будет продолжаться на протяжении всего нынешнего года. Фактически нет высоковероятных вариантов, при которых возможно быстрое завершение военных действий. Наиболее простым решением был бы отказ Путина от планов аннексии чуть ли не половины территории Украины и переход к серьезным переговорам. При этом аннексия Донбасса в прежних границах сепаратистских республик не обязательно исключалось бы. Но у Путина явно нет намерения идти этим путем. В ходе предстоящего восточного наступления у России может быть достаточно сил, чтобы продвинуться вглубь украинской территории. Но на оккупированных землях будет сильнейшее партизанское сопротивление. Удержание этих оккупированных земель будет стоить очень дорого во всех отношениях, и военные действия на этом не прекратятся. При этом для особенно удачного наступления у российских войск должно быть преимущество в 3, в 5, в 7 раз по сравнению с украинскими войсками, которое маловероятно и которого добиться достаточно трудно. Продолжительная же война еще больше увеличит страдания мирных жителей. Желание оказывать помощь украинцам, скорее всего, существенно не снизится, но с поставками военной техники в нынешних огромных масштабах могут быть проблемы, связанные и просто с недостаточным объемом производства некоторых видов вооружений, столь широко используемых на Украине, в частности, ракетных систем против танков и самолетов, запускаемых с плеча, а также сверхумных, самонаводящихся миниатюрных дронов. Сегодня с заходом солнца в Израиле отмечали наступление Пасовера. Мы поздравляем с этим веселым, светлым праздником освобождения всех, кто его отмечает. Праздничная атмосфера в Израиле, однако, нарушалась обострением обстановки и ростом опасности палестинских террористических актов. Были масштабные столкновения палестинцев с израильской полицией в районе мечети Алякса. Для разгона толпы использовались резиновые пули, звуковые гранаты. Арестовано было по крайней мере 150 человек. Израильские силы безопасности сегодня были и по всей стране, и особенно на западном берегу, в состоянии
повышенной боеготовности после серии кровавых терактов в последние две недели, опасается, что нарастающая волна насилия со стороны палестинцев может, как и в прошлом году, вылиться в более широкий конфликт, в том числе с ракетными обстрелами из сектора Газа. В следующей части об отравленной таблетке для Элона Маска. Оставайтесь с нами.